Привет! На манеже все те же. Это хвостатое счастье. Я его ведущий, Волков Сергей. Вот сижу, друзья, смотрю наши истории на канале у Терри. Вот. Сделал я. Попалось мне видео, как нейросеть сгенерировала животный мир. То есть, какими были бы животные, если бы они были бы котиками. Я тут показывать не буду, потому что это нельзя делать. Вот. Это чужой контент, воровство, все дела. Нет. А вот в телеге я могу размещать безбоязненно. Ну, там как бы... Это, я не скажу, что это воровство. Я над этим поработал. То есть, я немножко добавил своего, добавил другую музыку. Но мне просто понравилась сама идея, и я захотел с вами ей поделиться. Вот. Поэтому приходите на канал Терри. Там у нас каждый день по вечерам я выкладываю истории. То мы с Галей что-нибудь обсуждаем интересное, то вот я вам нейрокотиков показываю. В общем, приходите. К тому же, чем еще полезно будет, мы планируем на этот канал, который называется «Не вешать нос хвостомарины», мы планируем подключить монетизацию. И будет нам капать какая-то денежка, мы сможем что-то там заработать. В общем, ждем вас на канале у Терри. Да, вот он, такой вот канал. Вот, мои каналы, вот он. Тут интересные такие высказывания. То есть, в случае чего вас могут они поддержать. Вот. Но это так, скажем, рекламная пауза, если что. Ну, а у нас по новостям, что можно сказать? Вот по новостям можно сказать, что Дарина вроде как на охране. Из нового вот это вот только то, что Дарина охраняет. Вот. А Джина у нас перебралась вот туда. Отсюда лучше видно мисочку, да, Джина? Да сиди, сиди, пока не пойдем еще. Погуляла. Вот Джине обязательно надо сходить погулять еще раз. Вот прям одного раза ей вечером погулять мало. Да и утром тоже мало. То есть она мало того, что с Дариной погуляет, вот, она еще и потом еще разик выйдет на всякий пожарный. Вот. А здесь у меня тут, как обычно, наши горохи. Вот такая попрыгательная горохи. Вот. Ой, ой, Митя, ой, Митя. Мама, ты меня, говорит, забыла. Да? Митюня, ты что ругаешься? Вот смотри, какой карасик молодец. Красавец. Прям вместе с кукошницей. Ой, ой, ой. Так, ну-ка, успокойся. Вредная такая. Вредная все. Вот так вот. Вот. Наругала всех. Наругала, да. Одна только у нас Бася лежит спокойная, как 100 индейцев после взрыва. Да, ну и тут тоже спокойно. Все спят, балдеют. Вот. Кукошница, конечно же, на кресле вместе со своей любимой белкой тащил ее. Где-то куда-то кота замыкали, Матроскина. Матроскина? Угу. Ну, это вот... На корабль, видать, ушел. Видать, поплыл куда-то, да, скорее всего. Вот, ну что, друзья, у нас сегодня из новостей. Встретили, мы корм получили. Благодаря вам смогли его приобрести и купить. Кстати, часть корма мы оплатили за счет того, что у нас была включена сейчас монетизация на канале, который первый у нас подключен. Это канал Бася расскажет. То есть вот Бася, есть у нас канал еще один. У нас вообще их 4 канала таких. Вот. Пока только один подключен к монетизации. Вот. Так вот, с Басиного канала мы получили первое вознаграждение, и сегодня мы его потратили. Ну, часть с вознаграждения, часть нам люди презентовали денежку. Вот. И у нас сегодня еще Оля приезжала. Вдвоем они с волонтером, с женщиной были. Подписчицей. Нашей подписчицей, да. Вот. Они. Причем подписчица привезла нам блинов. Да, Галя? Вот, они такие вкусные. А я опять собрался, думал, с понедельника начну худеть, ничего мучного есть не буду. Она мне сказала, тебе выделить 2 блина всего. Вот так вот, ребят. Вот.
Я уже лимит свой исчерпал. С запасом, я так подозреваю. С запасом, да, все. Короче, любимая. Прости меня. Прости меня, да. Я... Там уже ничего не осталось. Да? Да. Ты уже все слупил? Да ты, я думал, поела, оставила мне. Нифига себе. Да. Ох, пошли блины. Вот. И у нас сегодня поездка. Утром рано. Утром. Да, в 6 утра нам надо быть в Екатеринбурге на вокзале. Мы встречаем двух собачек. Вот. Не знаю, может быть, получится записать стрим, а может быть, мы снимем видео. Просто видео, мне кажется. Стрим, все спать будут. Ну да, да. Скорее всего, мы просто видео запишем. Ну, а с утра кружочек увидите. Как квадратик. И что. Квадратик, да. Все. Видео итоги у нас получились короткие, потому что надо по-быстренькому поужинать и спать ложиться. Да. В общем, спасибо огромное, что пришли с нами на наши телеграм-каналы. Берегите себя, берегите хвостиков. Всем пока-пока. Пока-пока. Спокойной ночи. Утром увидимся.